Занятия кружка любителей гегельской диалектики, КЛГД, если сокращенно, кто любит сокращенное. Вот. Это занятие посвящено суждению. Вот с чем я хочу вас поздравить, с тем, что мы такой рубеж перешли. Мы перешли от рассмотрения как бы объективного, ну вот к чисто субъективным таким вещам, как суждение. Правда, суждение мы рассматриваем в сфере деятельности человеческого мозга. Вот это сознательное высказывание человека, то есть вот какое высказывание называется суждением. И как мы к этому пришли? Мы не просто сказали, как непонятно, говорит, давайте перейдем к суждению. Нет, мы не так перешли, мы рассматривали единичное и выяснили, что мы выяснили по итогу единичного. Это знает Павел Борисович. Единичное есть всеобщее. Единичное есть всеобщее, правильно? И с этим никто не спорит. Или кто-нибудь возражает против того, что единичное есть всеобщее. Значит, вот это высказывание, единичное есть всеобщее, мы получили как итог предыдущего рассмотрения. То есть мы рассматривали с вами всеобщее, и сначала мы выяснили, что есть только всеобщее, ничего нету другого, кроме как всеобщего. Поэтому вот его вот это подразделение на единичное и особенное, это не уводит нас от всеобщего. Почему? Вообще он нас не уводит. А потому что мы вообще находимся в сфере, когда все, так сказать, и бытие, и сущность утонули в понятии. Так, или потонули в понятии. То есть это снято уже, то, что было в сфере бытия. То есть никакого перехода к иному тут нету, от нечто к иному. Соответственно, нет никакой границы. Нет никакой границы, потому что уже когда мы рассматривали бесконечное учение о бытии, то бесконечное – это есть то, которое не имеет границы. Правильно? И бесконечное мы, когда истинно бесконечно рассматривали, мы уже тогда сделали вывод, что конечное, оно не рядом с бесконечным и не противостоит бесконечному, а оно есть момент самого истинного бесконечного. Истинно бесконечное, оно включает в себя конечное. Как вот каждый человек, здесь присутствующий в том числе, даже самый-самый молодой, он есть представитель человечества. Правильно? Поэтому как мне, на вопрос о том, как мне навсегда войти в историю, очень легкий ответ. Решайте человеческие задачи, всеобщие. И будучи человеком отдельным, вы будете принадлежать человечеству. А насколько я буду принадлежать человечеству? А навсегда, вот, так скажем. Все люди, которые продвинули человечество вперед, они остались в истории навсегда. Ну, например, как вы думаете, когда чаще исполняли произведения Чайковского? Тогда, когда Чайковский был жив, или сейчас, когда Чайковского уже нет, вроде бы. А Чайковского гораздо больше сейчас и выступлений, и записей, и так далее. Правильно? То есть, если вы хотите быть вечно существовать, сделайте что-нибудь, чтобы продвинуть человечество вперед, и будете существовать вечно. Ну, про Ленина уже говорят, что он вечно живой. А у вас еще этот лимит не исчерпан, пожалуйста, тоже можете быть вечно живой. Что под этим понимается? Под этим понимается, что то, что сделано, оно входит в общую культуру человечества, а культура, что это такое? Материальное и духовное человечество. Чего? Культура – это материальный и духовный опыт человечества. Да, это материальный и духовный опыт человечества. Вот. То есть, если это уже вошло в культуру, то это навсегда. Опыт он же никогда не вбрасывает в предыдущий опыт, наоборот, он накапливается постоянно. Ну вот и здесь. Мы же находимся в учении о понятии. Это мы не должны забывать, где мы находимся. В третьей книге или во втором томе. Если первый том объективная логика, это том уже субъективная логика. Но начали мы эту субъективную логику вот с того, что мы стали рассматривать сначала понятие вообще. Когда мы рассматривали понятие вообще, мы установили или вспомнили его связь с предыдущими крупнейшими такими сферами бытия и сущности. Значит, если речь идет о понятии, это уже отрицание или снятие сущности. А раз снятие сущности, значит возвращение к бытию. Но к какому бытию? Не к такому, которое было раньше. А к бытию как отрицание отрицания. Оно бытие только потому, что оно отрицание того, что является отрицанием бытия. И хотя это возвращение, так сказать, но это бесконечное отрицание. То есть оно себе равно как отрицание и... или как второе отрицание бытия, или как первое отрицание сущности. Ну вот это и позволило нам здесь рассматривать уже понятие как ту категорию, в которой есть, конечно, и бытие, и сущность, но не как бытие и не как сущность. Правильно? Ну, можно грубый, конечно, пример привести. Если вы съели котлету, она у вас есть, но уже не как котлета. Но она есть. Правильно? Вот, то есть вы ее усвоили. Вот в этом смысле нельзя буквально понимать, что вот так же остается здесь бытие и сущность. Они остаются таким образом, что более сложная категория понятия включает в себя и то, и другое. И бытие, и сущность, но включает в себя и вот определенным образом, а именно как непосредственно понятие является снятием сущности, а если пойти дальше, то оно является возвращением к бытию, но как отрицание сущности. И вот именно это позволяет нам прийти к выводу о том, что мы ни до какую границу вот этого всеобщего, которое мы рассматриваем, вот то, что мы получили понятие, как всеобщее, мы не можем выйти ни за какую границу. По какой причине мы не можем выйти за границу всеобщего? А? Потому что нет границы уже в этой сфере, уже границ нет. Границы все остались там. Они остались, они могут только возникать как некая положенность с отрицанием. То есть мы различаем вроде бы, вот говорим, вот всеобщее, вот особенное. А что такое особенное, если мы берем всеобщее и потом говорим особенное? Это что такое особенное? Всеобщее. Отрицание. Но всеобщее с определенностью. Определенность есть отрицание. Если просто всеобщее, если вы скажете всеобщее, всеобщее, то все равно, что вы меня спросите, что такое бревно. Я сказал, бревно – это бревно. Но если что абсолютно будет, я уже как человек, который, так сказать, имеет соответствующий статус, бревно – это бревно. Вот, тогда это вот убедительно. То есть главное говорить убедительно, это не важно, что ты говоришь. Вот, так вот, все-таки нельзя сводить вообще суждение. То есть вообще вот Гегель неоднократно говорит, что повторение чего-либо с умным видом вовсе нас никуда не продвигает. Поэтому, когда речь идет об отождествляющей речи, елка – это елка. Дом – это дом. Скажите мне, что такое государство? Государство что такое? Скажите, это государство. Вот, спасибо. Вот теперь я знаю. Теперь мне понятно. А я-то думал, что это государство. А это государство. Вот это другое дело. А это не бесконечное суждение. А? Не бесконечное суждение. Да, всеобщее, да, всеобщее. Но это вы далеко очень ушли. Да. Мы еще до этого не дошли. Вы хотите нас разогнать туда вперед, а там обрыв. Да. А что же делать тогда с математикой, со знаком равно? А что с математикой? Так вот, математика, она абстрагируется, она берет тождество как-то тождество без различия. А тождество, которое в учении о сущности, это всегда тождество различного. Вот это означает, а можно так рассматривать? Можно односторонне. Но если тождество – это равенство с неравенством, то равенство с неравенством – это же равенство. Ну вот и рассмотрим, что оно – равенство. Поэтому математика отбрасывает вот то обстоятельство, что еще есть и неравенство, и спокойно дальше занимается, и корабли плавают, и ракеты летают, все хорошо. Но если вы, сказать, возьмете просто живого человека, себя, вот, и будете говорить, я вот Марат. А еще что вы скажете, что я Марат. А еще что? Ну, Марат я. И что? Ну, вот и все. Каждый день Марат. Так, каждый день Марат. Так вы равны самому себе? А зачем тогда учиться? Зачем тогда просвещаться? То есть, если есть только тождество и нет нетождества, нет неравенства, нет никакого развития. Потому что развитие движения от простого к сложному, а так движение низшего к высшему. Поэтому это движение развития, вообще говоря, состоит как раз в постоянном нетождестве. В то же время это и тождество, потому что развитие чего-то, вот это чего-то остается. Если вы человек, то вы человеком и остаетесь, развиваясь. А не так, что вы развивались и перестали быть человеком. Это тогда не развитие, а деградация. Можно вопрос? Можно. Есть как бы математика и другие технические науки про неживое. Есть диалектика про живое. А есть ли мостик? Почему это диалектика не только про живое? Диалектика про все изменяющееся. Да. А изменяется не только живое. А камень, что не изменяется, вот стоит памятник Петру Первому. Он стоит на каменной глыбе. Она что, не изменяется, думаете? Что нет выветривания, да? Но нет изменения размеров, нет там микротрещин. Вы всерьез утверждаете, что оно не изменяется, не живое? То есть это получается это некое приближенное, вот скажем, есть и в математике приближенное числение. То есть мы приближенно считаем так. Вот математика даже подходит к этому, то есть она начинает, так сказать, заниматься такими вещами, как приближенное исчисление, и не утверждает, что вот только так может быть. Но можно считать грубо, что вот точно такая остается она. И при этом это тоже. Вот про этот стол, если это касается нескольких лет, вполне можно сказать, что он равен самому себе, и все, и забудьте остальное. А мы придем сюда через 20 лет, а стоит стол другой. А где тот стол? Если он равен был все время себе, куда он делся? Как он может куда-то деться? То есть на каком-то отрезке времени и при каких-то обстоятельствах вот, можно сказать, что вполне можно обойтись формальной логикой. То есть той, которая входит в математику. И эти сферы нам известны. Вот там, где мы получаем успех, вот это те сферы и говорят о том, что это вот область математики. А если речь идет об изменении как таковом, в чем состоит смысл изменения, что это равенство с неравенством? Вот вы равны самому себе? Вот в этом вопрос. Где найти меру, которая... Мера тут ни при чем. Мера тут совсем ни при чем. Мера – это другая категория, это категория третья. Это количество, которое, так сказать, изменяется, и при изменении количества мы получаем другое качество. Поэтому это качественно определенное количество. Здесь слово «мера» не годится. А вот мы просто говорим о том, что если речь идет о чем-то изменяющемся, а не просто скажем, измерении времени или пути там, и так далее, а если вот каком-то нечто изменяющемся, то оно сразу соединяет в себе и равенство, и неравенство. То есть, а тут противоречие с самого начала. С самого начала. Ну вот как вы про себя можете сказать, что вы только равны самому себе? Тогда зачем приходить на кружок? Зачем тогда вообще чем-то заниматься, если я все время равен самому себе? Потом, если я равен самому себе, а я в детстве умел только, так сказать, открывать рот и пить молоко. Так сказать, и как же, так сказать, я докажу тогда, что я равен самому себе? Никак я это не докажу. То есть неравенство присутствует все время с равенством. Всегда. И везде, на самом деле. Но от этого можно абстрагироваться. Что значит абстрагироваться? Взять и выкинуть вторую сторону. И это возможно. И надо просто иметь это в виду. И с этим считаться, что есть такие области, где можно абстрагироваться. Вот вы изучаете движение корабля, а корабль скоро вообще пропадет. Даже если никто в него стрелять не будет, и нигде он, так сказать, случайно не потонет, все равно его не будет потом. Где-нибудь сразу проржавеет и пропадет, так? Или вы знаете такие корабли, только которые специально сохраняют, но уже их нельзя использовать как действующие корабли. Берут какой-нибудь ледокол и делают из него музей. Музей – это вообще-то не корабль, потому что смысл корабля в том, чтобы плыть, а не в том, чтобы стоять и принимать посетителей. То есть, что такое диалектика? Она ничего не теряет из того, что дает формальная логика, но она еще дает более, так сказать, сложные рассмотрения по отношению к противоречивым объектам. А вы можете назвать непротиворечивый объект? Не то, что выдумано. Как в математике все объекты выдуманы, все. Нет никакого такого чистого треугольника, нет никакого параллелограмма, нет никаких параллельных прямых. Тем более, как известно, есть две геометрии и Евклидова геометрия. Это в одной геометрии строго утверждается, как постулат, что через одну точку можно провести только одну прямую параллельную данную, а во второй геометрии после 200-летних попыток опровергнуть или доказать этот факт, которые думали, что это можно будет опровергнуть или доказать. Вот Боярий думал, что он наконец вдруг догадался до этого, венгр, что вот на самом деле это всего лишь постулат. Можно провести другой постулат, что сколько угодно может быть прямых, не пересекающих, там не говорится параллельных, не пересекающих данные провести можно сколько угодно. И вот он, поскольку папа у него был математик и известный, он папе, сборничек-то, сунул такую статейку и боялся, что там его чуть ли не убьют после такой публикации. А когда эта статейка вышла, выяснилось, что задолго на него русский математик Лобачевский полностью эту систему, другую геометрию обрисовал. Другая геометрия. Вот и все. Так что это... То есть математика, она применяется, но она сама по себе принадлежит к сознанию, а не к бытию, не к объективному миру. Или, скажем, математические модели. Вот математическая модель. Это некоторый конечный объект. А действительность бесконечно многообразна. Давайте я сделаю вашу модель. Квадратная голова и какой-то удочек огурцом и так далее. И даже если я буду все делать как вот надо, как вот все, все равно это будет теневый, согласитесь. Вы, вот я спрашивал студентов. Я голова тыковкой вам говорю. Я студентов. Но это у вас тыковка, а модели будут не круглые. У нас нет тыквообразных этих приборов, чтобы сделать тыкву круглой. Я поэтому спрашиваю, что вот лучше сейчас вот почему-то пользуются успехом модели среди женщин. Вот модель такая. Я вот вопрошал студентам, вот что лучше, женщина или модель женщины? Причем они же умирают еще, пытаясь ее привести вот к этой абстракции. И уже много таких смертей. Возвращаемся назад. Значит, поскольку у нас сегодня тема, вот здесь было сказано, что вот на чем мы остановились. Мы выяснили в прошлый раз, что есть только всеобщее. И все вот эти разговоры про особенные и единичные, это разговоры не за пределами всеобщего. А всеобщее только и может выступать как особенное или как единичное. Причем, а почему только вот... Три, вот вам особенно интересно, почему три, а не четыре, не семь. Вот вы взяли, вы придумали 4 или 5. А потому что на самом деле есть первое отрицание, есть второе отрицание, а второе отрицание вот возвращает обратно, и хватит на этом. Поэтому тут не, на этом все заканчивается. Поэтому получается так, что если мы берем всеобщее яблоко, яблоко это всеобщее же, вот. Но а есть Антоновка. Это какое яблоко уже? Особенное. Но Антоновок очень много. Среди всех Антоновок мы достаем вот эту конкретную Антоновку. Она, во-первых, яблоко. Во-вторых, она Антоновка особенная. И в-третьих, поскольку это второе отрицание, мы возвращаемся снова к всеобщему, поскольку это отрицание. Вот эта конкретная Антоновка, она может быть у нас где-то кривая. Она может быть еще вот здесь побили ее, хотя она может особо вкусная, потому что она прямо вот если ее трогать, потрогаешь, и она уже начинает от этого портиться будет. Но она вот, она есть выражение всеобщего. А никакого другого всеобщего, которое не выражалось бы в конкретных яблоках, не бывает. Не бывает. И поэтому на самом деле, хоть мы говорим о всеобщем, это не абстракция от каких-то конкретных яблок, а это все яблоки. Все яблоки всеобщие. И все яблоки особенные, потому что у каждого какой-то сорт есть, который не является яблоком, но не любым, а вот такого вида. А Гегель еще употребляет там понятие, что вот мы берем род яблока, это вот вид. А из этого вида мы выбираем один экземпляр. И тем самым мы, раз мы выбираем, снова отрицаем вот этот вид. Мы уже не о виде говорим, а о яблоке опять. Одно оно, яблоко оно. Оно и, конечно, и всеобщее, поскольку оно яблоко. Оно, естественно, и особенное, если это Антоновка. И оно, естественно, и единичное, но это конкретное. То же самое вы скажете про яблоко, которое белый налив. Оно тоже всеобщее, потому что оно яблоко. Оно особенное, потому что оно, между прочим, не Антоновка, а белый налив. Но вы берете же конкретное яблоко, оно единичное. Поэтому можно брать и есть, и все. Спрашивается, можно ли съесть всеобщее тогда? Можно. Можно, конечно, мы только едим всеобщее. Обычное дело. Мы только и делаем, что едим всеобщее. И особенное мы едим. Почему? Потому что на самом деле мы, кроме ничего всеобщего, а неужели мы в категориях можем найти что-то другое, кроме всеобщего? И вот мы ради чего вот занимаемся этой наукой логикой? Если бы это было что-то частное, дескать, вот собрались люди, отвлеклись от каких-то таких всеобщих проблем и занимаются какими-то частностями. Но никто, наверное, нас не упрекнет в том, что мы занимаемся частностями. Мы занимаемся именно самым всеобщим. Потому что кто такой человек? Кто хочет сказать определение человека? Вот, Валерий Александрович, вот вы знаете определение человека? Животное. Трудящееся, общественное и разумное. Говорящее. Правда. Кающийся всеобщий. Как человек скромный, он, так сказать, то, что он говорящий, он заставил. Животное. Ну, животное, да. Животное, конечно. Говорящее. Разумное и общественное. Вот смотри, вот интересно, вот все как-то так переставляет. Это несущественно, вот как говорит, или существенно? Вот вы, например, вы, как человек интеллигентный, сделали нажим на то, что это говорящее животное. Вот если я вот все время говорю, то я вот точно человек. Конечно. Это спасибо, это комплимент. Вот Валерий Александрович, он сразу нажал на то, чтобы трудящийся было. Говорит, ладно, вы этот разговариваете, она заработает. Трудящийся, да. Я же сказал трудящийся, да. Вот. А общественное вы куда-то загнали в конец. Общественное, животное общественное. Вы в конец должны это поставить или в начало? В начало. Ну, в начало надо поставить, общественное. Ну, если уж так вот действовать, как мы сейчас применяем. Это общественное, раз, особое. Мы сразу берем общественное животное. А потом, если мы возьмем общественное животное, включая муравьев и пчел, и людей, и вот начнем среди них, возьмем уже вот один только вид человека. Вот его будем рассматривать как человека. Так это какое животное? Значит, животное трудящееся? Разумное. Нет. Говорящие, говорящие. Сначала говорящие. Как вы будете разумны, если вы тут стоите? Ничего не можете сказать. Что разумно? Трудящиеся. Вот сначала трудящиеся, потом. А вы все время свою линию проводите. Говорят, что впереди труда. Из труда вытек разговор или нет? Вот мы вместе трудимся, и нам нужно с вами общаться. Из этого необходимость в общении, в том числе в том, чтобы были знаки, сигналы и так далее, которое привело к развитию речи, это... Это все написано в Энгельсе, в маленькой работе, роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Роль труда. Это он на вашей стороне, Энгельс, между прочим, Валерий Александрович. Вы со стороны Энгельса подошли так. Очень четко. Вот и разумное, потому что это вроде бы в конце, но вот есть такая поговорка last but not least, по-английски, если последнее, не значит последнее по... Место не значит последнее по значению. Вот оно все оббирает. Разумное это все предполагается. Оно и трудящееся, и общественное, и трудящееся, и говорящее. Но вот когда говорящее, то есть когда оно в понятиях, а то что разум, мыслящий разум, он без понятия же не может быть. Поэтому вот разговор, конечно, надо перед этим поставить. Если человек не может говорить, ну вот он разумный не будет. Вот тут уже никто вас не упрекнет в том, что вы тут вытаскиваете интеллигенцию на первое место. Вот. А потому что интеллигенция или другое значение этого слова – это, собственно говоря, разум. Носители знаний. Интеллигент. Тогда это не ругательство. Это что-то хорошее. Положительное. Вот. Ну и вот мы почему останавливаемся на этом переходе? Ведь самое главное в диалектике не то, что запомнить, что зачем идет. Что зачем идет, вот все уже решено. В конце есть оглавление, и вот для любителей узнать, что зачем идет. Потом второе, если бы мы поставили задачу запомнить это, ну в конце концов можно выучить. что, за какая категория, за какой стоит. А вот показать, как это вытекает, вот вопрос здесь, который я задал, а как состоялся переход к суждению, переход состоялся таким образом. Мы разобрали в прошлый раз, что всеобщее, что единичное, которое мы рассматривали, единичное, есть всеобщее. Это вывод. Так этот вывод мы теперь берем для рассмотрения. Единичное есть всеобщее. И это вот запись того, что запись просто, обыкновенная запись того, что единичное есть всеобщее, теперь оформляется. Вот в этом пункте и на этом нашем занятии эта запись просто оформляется. Как она? Логически оформляется. И оформляется она таким образом, что вот это было сделано еще теми, кто изучал, никакой диалектики не изучал. Это все эти названия, субъект, предикат, все это есть у Аристотеля. У нас оказывается много товарищей, которые о задачах с тем, что надо изучать диалектику, пошли изучать формальную логику. Вот. Потому что некоторые товарищи, когда им говорят, надо затопить печь, они берут, значит, заказывают телегу, лошадь, берут, соответственно, пилы и едут в лес. Ну, они, конечно, приедут, но уже и печки той не будет, и дома, может быть, того не будет, когда они приедут. Потому что на самом деле для тех людей, которые говорят, ну как же мы будем изучать диалектику без формальной логики? А что, тут нет формальной логики? Что формальная логика, разве она не в каждом разделе не присутствует? Но просто она присутствует двояко. Она сначала присутствует как тезис, потом как антитезис. Поэтому без формальной логики никакого движения логического не может быть. И не может быть никакой диалектики. Как можно изобразить противоречие без формальной логики? Ну, как нельзя изобразить. Поэтому это не какое-то, так сказать, просто отвержение, отбрасывание. Вы не можете отбросить. Для того, чтобы руку товарища Шабасова отбросить или отодвинуть, я должен к нему прикоснуться и вступить с ним в теснейшее единство. Поэтому, так сказать, наше представление такое, навязанное, может быть, навеянное формальной логикой, что мы, значит, отрицаем. Но если вы отрицаете, скажем, пенсионную реформу, и с этим все кончается, то вы ее оформляете своим отрицанием. Если у нас все демократически, одни на нее выступают, это та партия, за которую большинство народа проголосовало, а с другой стороны, большинство народа, оно же и отрицает. О. Народ у нас очень диалектический. Ну кто, может подумать, что Единую Россию кто выбирал? Ну кто выбирал? Сами выбрали. Ну, не совсем сами. Выбирала ее, конечно, выбирала ее буржуазия с вашей помощью. Понятно. Она ее сначала выбрала, а потом сделала так, что вы за это проголосовали. Потому что мы это уже немножко продвинуты и знаем, что голосование определяется тем, что в голове. А голова что? В буржуазном обществе буржуазной идеологии. Если была буржуазная идеология, значит большинство на всяких хороших демократических выборах, только честных, открытых, честных и без всяких нарушений. Лучше все прозрачное, чтобы было. Все было прозрачно. Когда все будет прозрачно, точно буржуазные партии победят. Вот если не прозрачно, черт его знает. А вдруг что-то там нас кто-нибудь проберется и что-то сделает. Поэтому копание в том, а сколько там, нет ли там подделок. Ну как может быть без подделок большое дело, как выбор? Ну это даже смешно. Как и все, что без ошибок вообще ничего не бывает. Но и выборы тоже. Ну, собирать людей, как вы что, за идею или за деньги будете там сидеть в этой избирательной? За деньги. Ну, если за деньги, так мне это до лампочки, что мы там делаем, кто за кого там выбирает. Важно, сколько я получу. И я прямо буду стараться, чтобы не было никаких нарушений. Ну, я буду стараться в меру того, чтобы мои мне деньги заплатили. Если мне платят, то хорошо. Быстрее бросить и на этом пойти домой спать. Что тут плохого, что я пойду домой спать? Все равно вы неизвестно вам, кого изберут. Мне-то понятно, кого изберут. Чего я как дурак тут сижу? То есть, если человек просвещенный, он скорее может бросить, чем другой. Да, ладно, пускай они получат свое, и так получат, хоть не так получат, все равно. Или есть какие-то исключения из этого правила? Вот интересно, вот, казалось бы, люди должны учиться из опыта. Но опыт показывает. Правда, конечное число таких испытаний было, что всякий выбор буржуазному вообще дает преимущество большинству буржуазных партий. Они что доказывают? Они доказывают верность положения Маркса и Энгельса о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. И то есть всегда общественное сознание общества буржуазное, все буржуазное. Что вы хотите проверить, выбрали? Действительно ли Маркс и Энгельс были правы? Но люди, которые это понимают, не должны сомневаться в том, что эта проверка покажет справедливость. То есть все буржуазные выборы доказывают справедливость учения Маркса и Энгельса. В этом их смысл, более высокий. Поэтому мы и приветствуем это демократическое устройство общества. Оно показывает, что при таком устройстве общества не надо тут какие-то делать фашизмы или какую-то террористическую диктатуру. Диктатура буржуазии прекрасно осуществляется демократическим путем. Ну, если что, тогда есть и другие средства. Если что. А так, ну, это уже исключение, а как правило, вот так. То есть вот мы перешли к суждению. Вот теперь нам остается как бы, вот сегодня нам остается, так сказать, ну как бы собрать урожай. Что вот, это вот называется суждение, такое высказывание. Когда мы говорим высказывание, это любое может быть высказывание. Все это высказывание, все, что вы не сказали. В шкаф есть червяк. Это высказывание, высказывание. А вот нет, а тут общественное, то есть всеобщее есть, простите, единичное есть всеобщее. Вот. Для такого высказывания придуманы всякие названия. Название, прямо говорит, да название. Вот. То всеобщее в этом высказывании, такого вида, как единичное есть всеобщее, называется предикат. Предикат. А единичное называется субъект. Субъект. А это связка. Что это такое? Есть. Вот это очень сложная задача у этой связки. Потому что она как бы олицетворяет что? Равенство или неравенство? И то, и то. Вот. Вот. Это вы говорите. Вот люди. Диалектики. Чувствуете? Настоящий. И то, и то. Вот это, спасибо большое, это очень приятно. И то, и то. Потому что по форме она говорит вот просто равенство. Ну, какое может быть равенство, когда в лоб тут утверждается, что единичное есть всеобщее. Ну, товарищи дорогие, что не видите разницу? Вот смотрите, слева написано единичное, много сколько букв, а справа всеобщее. Совсем другие буквы. Какое тут равенство? Какое может быть равенство, когда буквы разные? Не может быть, то есть если уж быть на формальную ногу тут встать, это никакое не равенство. А вы говорите, ну и не равенство. Но ведь равенство же. Ну, как раз равенство, значит и равенство. Это мне напоминает такой диалектический разговор солдата и офицера. Солдат говорит, а почему мясо в кашу не положено? А офицер говорит, не положено, значит не положено. Так ведь положено же. Ну, раз положено, значит, положено. Так и не положено же. А раз не положено, значит, не положено. И все, это закончилось. А что говорится? Все одно и то же. Так и здесь. Вот это роль связки. Есть. То есть, эти наши слова, про которые формальной логики, однозначно утверждается, что они только высказывают равенство, на самом деле... Они высказывают не только равенство, они высказывают неравенство, но на это не обращают внимания. Я сейчас занимаюсь математикой, не забивайте мне голову вашей диалектикой, и все. Потому что если я буду забивать голову, получится, вот если 5 равно 5, то, извините, 5 слева, вот это 5 справа. И какие бы вы инструменты не использовали, рукой, ногой, чем угодно, вы будете писать какими-то, так сказать, механизмами, печатать. Я все равно на молекулярном уровне докажу, что у вас разное количество молекул в этой пятерке, вот в этой. Более того, у нас есть GPS, и мы сразу определим, вот эта пятерка вот такие имеет координаты, а эта пятерка вот такие. Причем очень точно. Нас уже определяет, где я сижу. Так, говорит, сообщите свое местоположение. Я все не сообщаю, со мной ругается Android все время. А я вот не хочу сообщать. Вы хотите сказать, что и так? Что и так знает, где я. Но по-быстрому вычислить. Вот я поэтому и возмущен. Вы же, говорю, я же не буду писать. Вы же знаете, где я. Чего вы меня спрашиваете, чтобы я еще написал? Он уточнить хочет. Нет, он не хочет уточнить. Он хочет сделать вид, что это вот как бы он просто на меня попросил, и тогда я ему сказал. А так он жулик, он, так сказать, узнает без спроса. Ну вот, поэтому это такой интересный получает момент. Вот субъект есть предикат. Здесь уже... Некоторая жесткость появляется. Вот если мы в такую форму берем, всеобщее, простите, и лично есть всеобщее, и это суждение. И вот про него всякие интересные вещи пишет Гегель. Вот давайте на этих вещах остановимся. Я думаю, что и вы тоже обратили внимание, что речь идет о суждении. Переход к разным видам суждения есть дальнейшее определение понятия. То есть мы не уходим от понятия, не бросаем понятия. Это и есть понятие, но мы занимаемся пока в виде суждения. Суждение может быть поэтому быть названо ближайшей реализацией понятия. Вот обратите внимание, вот надо сказать, что в наше время мало кто использует в текстах, которые пишут, курсив там, курсив. Иногда наши товарищи, авторы, любят взять и большими буквами написать, и это так торчит, прямо в глаза бросается. А вот чтобы курсив, чтобы обратить внимание, но не так, не навязывать прям так, что... Это редко бывает. Вот написано, ближайшая реализация. Реализация выделена. Понятие. Суждение может поэтому быть названо ближайшей реализацией понятия. Поскольку слово «реальность» вообще обозначает вступление в наличное бытие, как в определенное бытие. Мы же берем вот уже определенное понятие. Моменты понятия в силу его рефлексии в себя, или, иначе говоря, его единичности, суть самостоятельной тотальности. Что такое тотальность? Всеобщность. Совсем. Тотал – это целое. Вот сейчас у нас пугают детей тоталитаризмом. А он еще целокупность употребляет. Вот целокупность – хорошо. Целокупность – это целое. Угу. Не совокупность, когда это набрали, а целое. Это момент одного целого. Человек есть момент целый. Вы не можете, так сказать, что вот моя рука кончается здесь. Если я шевелю пальцами, она отсюда идет. А если она живая, то есть кровь еще течет, то значит отсюда. Поэтому никак вы не можете вот оторвать. И Энгельс говорит, части лишь у трупа. Это не части. Нельзя говорить о частях тела. Это не части, это моменты. А моменты, пожалуйста, то есть это то, что различается в единстве. И тогда можно говорить о целокупности или о тотальности. Вот товарищ Мордовин представляет собой тотальность. Он же и конструктор, он же и проректор Красного университета, он, можно сказать, староста нашего кружка. Он набрал всего. А это все не разные, все это разные. Он не разложен на эти части, а это он все он. Наоборот, это он собран вместе, вот это дает товарища Мордовина, а не просто так. Чтобы понять товарища Мордовина, надо вот это осознать, и это осознать, и это осознать. Вы поняли, кто такой товарищ Мордовин? Нет, не понял. Не понял. Правильно, что вы не поняли, потому что это не всякому дано. Это там в конце уже книги уже можно будет понять. Вот дойдете до конца, тогда поймете. Без староста кружка. Больше таких кружков нету в мире. Есть такие кружки с таким же названием, но никто с нами особенно не конкурирует и даже и не говорит, что он, так сказать, конкурирует. Хотя есть с таким же названием кружки очень хорошие. Они просто представляют собой, ну, некое единичное тоже. Потому что, так сказать, кружок любителей гегельской диалектики – это всеобщее. Посмотрите, сколько смотрит. Вот сидит, сколько здесь сидит, и сколько смотрит занятия кружка. Сколько, Валерий Александрович, примерно? А сейчас? Ну, примерно. Нет, не сейчас, а вот обычно. Вот сколько просмотров? Ну, больше, чем 1000, правда? Ну, 1000 там пошло. То есть кружочек из 1000 человек. Это кто там? Это другие люди, которые тоже ведут кружки, они тоже занимаются. Мы можем, у нас нет никакого, так сказать, и не может быть никакого подчинения, что наш кружок там командует каким-то кружком. Или какой-то кружок командует нашим кружком. Но это вот люди, которых соединяет общий интерес в изучении диалектики, и он и делает, так сказать, всех их членами кружка любителей гегельской диалектики. А Ленин так и ставил вопрос, что надо, чтобы вот все мы стали кружком любителей гегельской диалектики. Чем кружок этот шире, тем лучше для общества, для развития, для пользы. И это, так сказать, даже человек, когда еще не все понял, а все... Кто все понял? Скажите мне, кто все понял. Вот. Ну, вот запись от 30-го, извините, я перевел, с января 2014 года, кружок любителей гегельской диалектики, 35 тысяч просмотров. Вот, 35 тысяч человек. Ну, кружок же. Ну, что такое 35 тысяч по сравнению с 7 миллиардами населения Земли? Это вот маленький кружок такой. 35 тысяч – это выпуск за год, игру и волосово. Да, да. Вот. Причем понятно, что это люди с разным образованием, разные, потому что ну, можно сделать вот где-то принудительные занятия диалектикой, чтобы вот можно было там сдавать, ставить зачеты, это вот перебор сейчас. Почему? Это очень сложный предмет. Если кто-то к этому тянется, потому что это ему нужно, он это понял, что вот он должен в этом разобраться, но это его собственное стремление. А, скажем, обязывать кого-то вот, изучать. Обязывать изучать можно, а обязывать понять, наверное, уже нельзя. Правда? Это ну, кто что понял. Все равно человек, который этим занимается, в любом случае продвигается вперед. Так или иначе. Он вообще привыкает оперировать понятиями. Причем привыкает оперировать понятиями, которые не исключают противоречий. Вот что важно. Потому что мы все время здесь имеем дело с противоречием. А в другое время, за пределами этого кружка, мы все время имеем дело с абстракцией, что, дескать, мы забываем, что это... Ну, я понимаю, что этого стола не будет, но пусть он считается, что он как бы стоит здесь вечно, что этот стул тоже пропадет. Не будете спорить, что он все равно пропадет. Еще вот сколько... У нас инвентаризация сейчас. А? У нас инвентаризация сейчас. Ну, вот идет уже инвентаризация. То есть именно эти стулья, на которых были занятия кружка, именно эти хотят уничтожить и сделать какие-то другие. Это уже какая-то угроза, так сказать, какой-то идет. Диктатура буржуазии в действии. Нет, может, хотят сделать кресло, сказать, что тут сделать такие солидные, сказать, ну как же такой кружок? Посмотрим. Ну, по крайней мере, я вот наблюдаю аудиторию в университете, вижу, что таких аудиторий давно нет, на которых были надписи всякие интересные. Сейчас никаких надписей нет, особо придумали так, что не надпишешь ничем. Что такое царапать? Тоже тяжело. Как мрамор или такой твердое все делается. Так. Смотрим дальше. Видите, значит, реализации понятия. Поскольку реальность, в кавычках, вообще обозначает вступление в наличное бытие. А тотальность – это вот целостность. Вот у нас было, вот все говорят, тоталитаризм. Был тоталитаризм при социализме? Был. Потому что было всеобщее образование. Но это тотальное образование. Дескать, не должно быть людей, которые не прошли обучение в школе. Не должно быть. А сейчас, пожалуйста. Причем в этом при этом тотальном обучении, значит, у нас было всеобщее среднее образование. А сейчас какое? Скажите, пожалуйста, какое у нас среднее образование сейчас? Ну, это перевели вы. А по-русски как это звучит? Начальное. Нет. Ну ладно, вы чего? Не надо искажать капиталистическую действительность. Сейчас всеобщее начальное. Нет. Сейчас со справкой можно уходить. Даже 9 классов можно со справкой. Ну ладно, но все равно считается официально основное среднее. Основное среднее. А сколько основное среднее? Сколько классов? Основное среднее у нас обязательное, основное среднее. 8 классов. 9. Не надо искажать капиталистическую действительность, очернять. Ну, иногда можно. Вот такие вы коммунисты. Очернять. Ну, 9 с справкой, в которой будет написано, ну, что это двойки по каким-то предметам. Это всегда можно еще что-то сказать. Но какое у нас основное? Ну, объявлено основное среднее образование. То есть ушли назад. По сравнению с тем, а был тоталитаризм, всеобщее среднее образование, тотальное, всеобщее, как это вы их бесили? И будут тянуть вас, и будете 2 года сидеть, и 3, пока не вытянут вас. И будут всех мучить преподавателей, учителей. Это страшно, это общество, правда? Страшное. А тут отпыкнули этого, и пусть идет работать. Раз. Медицина. Вся бесплатная была, это ужас. Почему я не могу заплатить и пойти к другому врачу? Хорошему. А почему у этих должен вот... У этих плохих бесплатно. Прохидеев. Бесплатно. А это тоже тоталитаризм. Они же бесплатно, значит, не прохидеев. Да. Потом бесплатно. Все имеют право на бесплатное жилье. Но это ужас. Ну как так? Один забулдыга. Кому продать тогда жилье-то? Нельзя продать жилье. Нельзя продать. Да. Но это же такое важное право продать жилье. Вот сейчас ты как раз и продал. И пусть ваши дети ходят без жилья. Потому что папа взял и продал. Воспользовался своим правом. А то, что вы не продаете, это говорит о том, что вы... Нет у вас хватки. А есть люди, которые... Вот у нас есть клубы. Дурачки сидят вот и занимаются в кружке любителей гегельской дядьки. А умный имеет кружок тех, кто имеет 100 квартир. Вот соберутся и обсуждают свои проблемы. Как дальше? 100 квартир. Ну, ясно, что вам некогда выходить по заводам, правильно, работать, если у вас 100 квартир. Попробуй собери с этих. А же как трудно собрать, где ее. Они же вечно им не хватает. Потом надо их вышибать, тех, которые, значит, не платят. Правильно? А это, значит, надо иметь, так сказать, юридические соответствующие инструменты. Вот. Надо иметь и юридические, а фактические инструменты, чтобы пришли такие люди, которые пришли и выставили их вместе с этими с вещами. То есть нельзя их вообще-то вытаскивать, нельзя. Но и обратно заталкивать нельзя. Если аккуратно так прийти, быстренько собрать, поставить на улицу все с вещами. После этого уже, потом они же не имеют права входить в жилище. Жилище ваше же, они их. Вы же их временно пустили. Ну, они пускай судятся. Они пускай судятся, только вы купите горошек адвокатов, а они плохих. А мы все безделки. Вот я, так сказать, беседовал с Денисовым Юрием Александровичем. У него жена работала в коллегии адвокатов. Ну, говорит, я как к ней прихожу, городской, там весь цвет преступного мира Санкт-Петербурга, там приемные. Ну, почему? Как почему? Ну, если я у вас 200 тысяч рублей собрал, что я не могу потратить 100 тысяч на то, чтобы вы проиграли мне в суде? И вы проиграете, у вас таких денег нет, а почему у вас нет? А что я у вас забрал? Поэтому я точно выиграю. Потому что у меня будут лучшие юристы, а у вас будут худшие. А почему худшие? Потому что деньги-то я у вас забрал. Поэтому что надо сделать, чтобы победить в суде? Сначала забрать деньги. И вот они таким образом. То есть, поэтому и почему стали называть преступников преступные авторитеты? А почему? Потому что они авторитетные. А почему? Они выиграют в суде. Они, вы все знаете, что он преступник. Его никто не трогает. И вот только в отдельных случаях, как вот у нас, лидера тамбовской группировки забирали из разлива, приехал целый грузовик солдат. И увезли его сразу в Москву. И там судили, потому что здесь перестреляли бы, наверное, судей ленинградских. Здесь слишком сильно эта тамбовская группировка. А там, и там его в матросской тишине и держат 14 лет. Но он выйдет, и у него все там, вот, там очень хорошо, на Советском проспекте, его дачка находится, все там отлично, хорошо. У нас же не принято отбирать собственность у тех, кого посадили. Вот ходит председатель Следственного комитета и требует, чтобы конфисковывали у семьи. Ну, это же тоталитаризм, правильно? А вы придете ко мне описывать мое имущество, если я грабитель? А у меня только КВН-49. Старый телевизор больше всего. Это на жену, это на тещу, это на дочку, это на сына, это на... Он лакомое кольцо, на вас написано. И на это на вас. Приходите, я вам покажу, что написано на вас. Вот. То есть, вот еще мы сталкиваемся с такими понятиями, которые крутятся все в обороте. Вот то, что мы вот изучаем, только они крутятся в каком-то другом, так сказать, смысле, ненаучном, неправильном. Поэтому вот видите моменты понятия тотальности, определенные тотальности, рефлектируем все определения, суть определенной тотальности, столь же существенно безразличным, ни с чем другим не соотносящимся устойчивым наличием. Эта тотальность и есть суждение. Ну да, тотальность, она везде есть. Суждение. Оно, следовательно, содержит в себе, во-первых, те два самостоятельных, которые носят название субъекта и предиката, то есть суждение содержит в себе, естественно, раз это тотальность и субъект, и предикат, но потом Гегель говорит, ну где связку-то тоже не забудьте. Там не просто субъект стоит, запятая, предикат. Тогда бы запятая была бы тоже моментом этой тотальности. Там стоит еще и есть. Поэтому вот все они трое, это тотальность. Но если это есть, так это есть не сама по себе, а это есть суждение, связка. А связка, это значит, она предполагает, что есть субъект, есть предикат. Если есть субъект в суждении, то он на самом деле тоже все суждение. Субъект, он суждение, поэтому, значит, предполагается и связка, и предикат. Если вы схватитесь за предикат, так предикат это от чего? Он за предикат от суждения, значит, там есть еще и что? Там есть и субъект, и связка. Ну, то есть за что бы вы ни схватились, все есть целостность. А раз целостность, Вот она тотальность-то, вот он тоталитаризм-то, вот откуда он идет. Вот эти люди, которые начитали диалектики и потом сделали тоталитарное государство с бесплатным всеобщим образованием, бесплатной медициной для всех. И стали распределять бесплатно более половины благ. Медицина бесплатная, образование бесплатное, жилье бесплатное. Вот посчитал Виктор Иванович Галко, где-то 53%. У нас в СССР 53% благ распределялись по потребности. И то, что говорят, что основная форма распределения при социализме распределения по труду, это неверно. Основная форма, сколько бы процентов ни было, даже может 5 бы было, все равно распределение по потребности. С самого начала и жилье по потребности, с самого начала и образование по потребности, и медицина с самого начала. А сейчас, вот при нынешних буржуазных ценах, сразу стало видно, сколько это процентов. Очень много, больше половины. Ну а кто доказывает, что это вот по труду, когда картошка 10 копеек, вы что, картошки едите сколько, в зависимости от того, сколько у вас денег, вы ели картошки столько, сколько надо, и капусты солили столько, сколько надо. А сейчас, конечно, вы сверяетесь с кошельком. И сейчас, когда вам говорят, проехать на трамвае, тогда вы начинаете думать. На чем проехать. И люди стоят и ждут, когда приедет трамвай, потому что этот, который маршрутка, я на ней не поеду, какая-нибудь старушка, она пройдет целый час летать. Потому что нет тоталитаризма. Добились. Наконец-то. Избавились. Вот. Суждение содержит в себе определенное понятие, в отличие от понятия все еще неопределенного. То есть вот оно, определенное понятие появилось уже. Суждение. Субъект в сопоставлении с предикатом можно, следовательно, ближайшим образом понимать как единичное по отношению ко всеобщему. Ну, это мы и так знаем с вами. То есть только здесь мы уже, там мы смотрели с позиции единичного и всеобщего, а здесь мы взгляд назад делаем. Или так же, как особенное по отношению к всеобщему, можете и так брать. Субъект есть предикат. Правильно? Или как единичное по отношению к особенному. И так можно брать. То есть совсем не обязательно. То есть такая форма предполагает три варианта. Или единичное по отношению к всеобщему, или особенное по отношению к всеобщему, или единичное по отношению к особенному. И сказать, что это вот непонятно, думаю, что вот никто тут не будет говорить. Более-менее понятно. Поэтому является соответственным и потребностью пользоваться для обозначения определения суждений этими названиями. И опять курсивом выделяет Гегель. Курсивом названия. Это названия такие. Но мы за этими названиями понимаем, что можно и так смотреть, можно и так смотреть, можно и так смотреть. То есть форма суждения разные позволяет рассматривать комбинации. Но лишь бы они соотносились как что-нибудь более всеобщее с менее всеобщим. Как скажем, особенное, более всеобщее, чем единичное, да, вроде бы. Но хотя на самом деле единичное, оно тоже всеобщее. Но по форме оно только более всеобщее. Это по форме оно выглядит как более всеобщее. На самом деле ничего подобного. Каждая из них есть тотальность. То есть, к чему мы приучаемся? Мы приучаемся различать, при том, что тут есть и тождественность. Тождественность есть. Все они всеобщие, а мы их различаем. Или различаем, а они все всеобщие. Вот мы все люди, все разные люди, но мы равны. Или по-другому, мы вот с вами равны, мы все разные люди. А как вы можете еще? А как могут быть еще люди равны-то? Если они равны и не разные, то это вообще черти что. Это хуже, чем тоталитаризм. Тут хоть каждый из нас, он каждый олицетворяет, так сказать, этот кружок. Вы, если в кружок вы в этот входите, значит, вы моментом становитесь всего кружка. То есть целостность тут у всех появляется. Каждый член кружка – представитель кружка. То есть вот этот кружок вы в виде вот товарища в синем свитере. Вам не нравится кружок в таком виде? Это вот молодость кружка этим представлена. А зрелость кружка представлена товарищем Шабасовым. Смотрите. Это человек с седыми волосами, он уже все прошел. И понял, что только диалектика может спасти нас. Правильно? Поэтому можно считать, что у нас тут кружок спасения. Спасение. Мы хотим спасти человечество, народ, страну, рабочий класс. через что? Как можно спасти, если мы не сами говорите, я не совсем разобрались. Ну так вы разберитесь, как собираетесь спасти людей. Поэтому говорят, ну что-то, зачем я буду заниматься? Ну как вот вы, как можно помочь людям? Вот как интеллигент может помочь людям? Чем может помочь? Вот чем интеллигент может? Вы как раз консультант фирмы. Он чем помогает? Говорит, сам я работаю 9 часов, а хочу помочь людям, чтобы они работали 6. Но личным примером он показывает, что он, будучи юристом, консультантом, юрисконсультом, не может сделать, чтобы было 6 часов. Я могу, говорит, сам-то я не могу сделать, но вам рассказать, как сделать, могу. О, высший пилотаж. Представляете, как здорово. А если сам может, а рассказать не может? Нет, вот лучше, я вот сам, у меня меньше, чем 6 часов рабочий день, поэтому я рассказываю то, что вот очень хорошо, когда 6 часов рабочий день. Вот у меня тут никакого обмана. Это у вас обман, у меня обмана нет. Значит, я думаю, мы в следующий раз, вот что я попрошу, вот это все перечитать. Вот мы тут не скачем так быстро. Следующего. У нас такой задачи нет. А вот мы должны... Интересное в том, что вы выделите, вот просьба будет это просто прочитать и прокомментировать, что вы здесь заметили, что вы нашли, на что обратили внимание. Потому что мы находимся на таком высоком уровне сейчас, на горе, когда это третья книга. Поэтому нам здесь этот разбег совершенно не нужен. Нам нужно вот... питать то, что здесь есть, не пропустить вот этих ценных моментов, которые здесь есть. Ну, что-то я заметил, но я вот, видите, их мало очень только сформулировал. Может быть, я потому мало и сформулировал, что мы должны акцентировать на них. А если я буду их там просто наговаривать много, ну, во-первых, все написано. Еще другого я не скажу. Вот. И кто ожидает, что я скажу что-нибудь противоположное тому, что сказал Гегель, тот зря сюда пришел. Но вот обратить внимание, разные люди на что обратили внимание, и что вас, ваше внимание привлекло, вот давайте на этом мы обратимся, то есть сначала мы разберемся в суждении как таковом, а уже потом начнем делить суждение, куда у нас хотели броситься уже, да ладно там разбираться, давайте вот суждение на личном бытие будем разбирать. А дальше мы уже, видите, что мы получаем? У нас уже есть некая схема, данная нам учением о бытии. А потом, наверное, суждение сущности и так далее. То есть мы начинаем рассматривать, что суждение является снятием или относится к снятию того же самого бытия и той же сущности, поэтому мы как-то можем и классифицировать суждение не абстрактным путем, сейчас выдумывать, как классифицировать, а сопоставлением их с теми категориями, которые мы прошли. И они наделяются названиями не случайным образом. Суждение наличного бытия обращает нас к пониманию того, что есть наличное бытие. Естественно, сразу вас спрашивают, а вы что такое наличное бытие можете сказать? Ну, скажите. Наличное бытие – это бытие, в котором появилось качество. О, молодой человек, как вы много знаете. Как вы много знаете, вы знаете больше, чем содержится на личном бытии. На личном бытии, когда говорится на личном бытии, еще понятия качества нету. На личное бытие появляется в результате чего? Снятие становления. А? Снятие становления. Вот и все. Это результат снятия становления. Это бытие, которое является результатом снятия становления. Не то бытие, которое в начале чистое, а то бытие, первое бытие, которое появляется в результате снятия становления. И потом уже мы начинаем в этом наличном бытии, раз он результат снятия становления, а в становлении есть ничто, значит, в наличном бытии есть ничто, и мы когда это увидели ничто, мы сразу кинулись туда, как вы, заинтересовались, и раз мы им заинтересовались, это ничто стало предметом нашего рассмотрения. Раз оно стало предметом нашего рассмотрения, то оно выступило как бытие. Оно не бытие, но выступило как бытие. Мы взяли его как бытие, то есть взяли его так, как не надо брать. Мы взяли. Хоть как не надо, но мы взяли. И вот взятое как не надо называется как неопределенность, то есть отрицание. Взятое как бытие, то есть ненормальным образом взятое, называется качеством. Поэтому ничего такого хорошего такого вы не сказали. У меня же высоты суждения. У меня какая задача-то? Тут товарищи, так сказать, как бы доказывать, что они еще не знают, чтобы они лучше занимались. Ну, раз вы мне такую, так сказать, хорошо даете, да. Похвала убивает учение. Я думаю, задача ясна, да, то есть мы в следующий раз, вот мы на этих всех вот вещах, тут много их очень интересных и полезных мыслей, и вот неплохо бы, товарищи, чтобы не получился вот какой-то мой монолог, он и так достаточно длинный. Дело в том, что у нас кружок, как вот не дадут соврать товарищи, которые с самого начала присутствовали, раньше был в такой форме, я предлагал, так сказать, товарищам рассказывать, как они проходили, и они проходили. Потом, значит, с известного момента наш кружок превратился в такой кружок, когда, значит, один выступает, другие настороженно слушают, так сказать. Ну вот сейчас мы с вами, мы же вернулись в бытие, правильно? Ну так раз мы вернулись, значит, здесь возможность суждения тут как раз по этим вещам вот прокомментировать. То вот давайте, то есть как требуется в трудных науках, вот, я не знаю, как, кто, какая у кого личная практика, то я, скажем, когда мне нужно было какую-нибудь теорему доказать, я и тогда, когда я бодрствовал, я думал, потом, когда ложился спать, думал, и надо во сне думал, потом, так сказать, все вокруг него ходило, там, такими шагами, никогда же не знаешь, как ты найдешь решение, не знаешь. Ну, надо что делать? Напрягать себя и пытаться найти. Так и здесь. Вот вы, так сказать, ищете, вот, надо посмотреть, что вы вот из этого можете. Это же вот здесь мы нашли уже ценнейший материал. Почему? Потому что он находится на третьем этаже. И под ним уже есть два этажа. И поэтому нельзя просто проходить, как мы шли по первому этажу, раз и через границу. И уже перешли к иному. А потом раз к другому. И получилось что? Когда так переходишь через границу, новое, иное, переходишь через границу, и что получилось в итоге? Потом Гегель нас осадил. Дурная бесконечность. Чтобы не было дурной бесконечности, вот мы здесь находимся, здесь, где все тотальность уже, правильно? Тотальность, то есть нельзя это, из этого выйти. Если вы говорите об одном, то значит просто вот, могу вас со спины показать, могу сбоку, да? Если со спины, не будет видно, что вы в очках. И скажу, что человек совершенно, у него со зрением все хорошо, как у меня. У меня действительно хорошо, потому что я всю жизнь ходил в очках и решил, что когда уже реклама такая большая, можно переходить без очков. В этом смысле хорошо. А так, в отношении зрения, ну если со спины, это совершенно такой вопрос не встает. Правильно? Можно по-разному тотальность это вот демонстрировать. В профиль некоторые очень хорошо, сурово выглядят. Вот Маркс, Энгельс, Ленин их сюда профиль показывают. Идут. А что у вас, профиль плохой, что ли, будет, если показать, да? Валерий Александрович, давайте профиль попробуем так. Ну вот давайте мы будем вот как раз на этом экспериментировать и как бы примиряться. Уже так, у людей-то у нас мало кто занимается в кружке, это скоро их выбьют все в медалях. Я ну кто останется? Мы еще идем, вот еще вот. Ну там тысячи останутся за кадром, а некоторые все-таки здесь. Вот сколько уже усилий предпринято, чтобы народ разогнать, а народ все равно вот ходит и ходит. Что за народ? Не знаю, Павел Борисович, что делать с этими людьми? Это трудно, да. Не тот нам народ попался. Опять не тот. Опять не тот. Ну как говорил товарищ Сталин, у нас для вас других людей нет. Приходится работать с теми, кто есть. Ну что, на этом мы сегодняшнее занятие закончим. Задача на следующий раз ясна. Вот мы этот вопрос осуждения. Читать надо вперед дальше, а обсуждать будем вот это суждение как таковое. Это тут вот много страниц, знаете, это все. Вот тут много, надо все это прочитать, важное подчеркнуть. А потом мы будем уже... Я думаю, через занятия рассматривать суждение, а через занятия это уже будет уже 2019 год. Нет. 25 декабря, наверное. 25. Ну вот. 25. Только хотел ошибиться. Невозможно ошибиться в этом кружке. Сразу поправляюсь. Ну, может, я хотел проверить. Думаю, пропустим, если промолчат. Не промолчали. Вот я и говорил, народ не тот попал. Нет, чтобы сказали, ну и хорошо, и пропустим это занятие. Нет, сразу со всех сторон как бросились. Ну тогда 25-го, что я могу сделать? Я не могу сделать. У нас нет 11-го. 11 и 25-го, запомнить две цифры надо. 11-го. Да. Цифра 4. А? Цифра 4. Птицы, это числа 2. Не перепутайте их. Чувствуете, здесь собрался народ непростой. Здесь так просто не прокатит. Так, вы там мою логическую ошибку вытрите, пожалуйста, чтобы это записи не было. Как это такое отмечаете, понимаете? Руководитель кружка, и вдруг он цифры с числами перепутал. Это же прямо подножка. Замучились. Так, шутка. Не перепутал. Так, спасибо, товарищи. Значит, да, следующего занятия. Спасибо.